возможности пользоваться фотоаппаратами, телефонами. Участники получают последние инструкции от экспертов. Алия Шагиева – единственная девушка в компетенции эксплуатации и обслуживания многоквартирного дома. Но это ее не смущает. Признается, пошла по семейным стопам. Эту специальность выбрала, потому что у меня папа работает в этой сфере. И вот я с ним поговорила и решила тоже пойти. Участники соревнований – студенты колледжа строительства и городского хозяйства. Это будущие инженеры в сфере ЖКХ. Рамиль Абдуллин говорит, самое сложное в профессии – находить с людьми общий язык. В принципе, проблем много. Сложности всего, но стараемся разобраться. Одно из самых сложных вообще профессий – общаться с людьми. Общаться с людьми, проводить собрания собственников, составлять документы в Госжилфонд. Задание чемпионата подготовил фонд ЖКХ. Самое сложное задание участникам предстоит выполнить завтра. Они должны будут осмотреть реальный жилой дом и выявить в нем как можно больше недостатков. И по итогам проверки составить специальную дефектную ведомость. В фонде ЖКХ признаются, нехватка квалифицированных кадров – одна из проблем управляющих компаний. Введение этой компетенции поможет вырастить новых специалистов. Наш колледж сегодня является базовым колледжем для развития вообще специальности жилищно-коммунального направления. И поэтому, конечно же, было бы логичным провести на нашей базе все это. Сегодня в отечественном образовании происходит, по сути, открывается новый этап. Мы готовим новых специалистов, совершенно уникальных, востребованных специалистов, управляющих, профессиональных управляющих многоквартирным домом. Это люди, которые будут знать все об эксплуатации многоквартирного дома. Соревнования продлятся до 12 апреля. Участники, завоевавшие первое и второе место, представят Татарстан на национальном чемпионате. Он пройдет в Казани с 20 по 24 мая. Рамиль Галюлин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.